Всем добрый день. 6 ноября на календаре. Уикенд футбольный. Вашему вниманию представляем матч Мелбет первой лиги. Динамо Махачкала принимает Рубин. Засекать. Включает кнопку Леонид Викторович. Погнали! Слуцкий, Рубин, Алексич, Динамо Махачкала. Александру Беленову место в составе. Удар! В принципе, по ходу всего сезона Слуцкий это с точки зрения... Момент. Подача. И забивать можно. Подача. Мягкая, удобная. Не успевает Мартынович и не построил как следует. А вот тут добивал еще и в штангу. Горбунов рядом. Здорово. Под левую. И штанга. Вот здесь передача очень хорошая под ногой защитника. И с левой Костюков. Тяжелую травму переживший только по ходу сезона. Страховка от удара низом. Юсупов. Дюпин. Намертво. Еще раз повтор с правой ноги. Да все-таки Юсупов бил. И попал в створ. Обвел стенку. И вот момент. В дальний угол. И забивать Фамие должен. И забивает Жоэль Фамие. Здесь на Анжи-арене заработает Мулин. Вот вне игры делали. А Мулин оказался в правильном положении. Потом уже пустые ворота без голкипера. И над головой мог Алибеков спасать. Но Фамие на какой же спокухе. Ганский форвард над головой. Как говорят, над ушами у Алибекова. Отправляет мяч в ворота. На туда тащи! В руки, в перчатки Терновскому. Ну и все, время матча истекло. Рубин побеждает в Каспийске, обыгрывая махачкалинское «Динамо» 1-0.